Площадка расположится напротив арены «Ледяной куб». Как сообщает администрация города, она станет самой большой специализированной площадкой для занятия воркаутом в Адлерском районе. Торжественная церемония открытия назначена на 14 часов 16 января. Для всех желающих в этот день выступят сильнейшие атлеты из Сочи и Туапсе. В дальнейшем площадка будет работать в свободном режиме.